Такой нежданчик, знаете, пьем, мы с вами начинаем сразу вторую серию наших реальных хоррор-историй. Девушка. Девчоночка. Да, страшные, страшные моменты. Я не хочу знать, что это. А, это осьминог. Теперь я понял, что это осьминог. Вот, так стоять. Ну, это демон жертвоприношения, по идее. Хоп. Ну да. Почти реально. Ого. Ого. Твоя зараза. Давай, сейчас еще второй скримак, такого же типа, да? Знаешь, таких именно кликеров, хорроров довольно мало. Нас типа туда тоже, да, засасывают? Мы такие... А нас типа засасывать не будет? Так, теперь мы идем по какой-то красной пещере. Если чего, в первой серии это был, я типа сделал вид, что остановил запись, да, на самом деле я остановил. Это чтобы растянуть, так сказать, на несколько метриков. Так, что-то пролетело по звукам. Дьявол. Или это из Дума? Демон красный. Давай тебя шатает. Ладно. Осталось немного кликать. Осталось вообще ничего не кликать. Раз трупик. Давай тут. Раз. Не знаю, почему когти нажимаются. Раз. Ладно, ускоряем. О, на единичку нашел. Хорошо.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Или давай так. Раз, раз, два, раз, два, три. Ну, да, я угадал. Успокойся. Так, какая-то херня. Не, там треугольничек. Вот это оно. Здесь. Так, подожди, это тоже не то. Здесь у нас получается с вами вот это, здесь вот это, и здесь вот только что было с висюльками вот это. Может, мне нужно нижний нажимать? Но у меня все было правильно. Теперь оно текло до звезды. Может, я просто слепой был? Так, заново ставить. Висюлька. Здесь треугольничком вот этот. Здесь звезда и здесь... Давай, младенца на меня набрасывай, набрасывай на лицо младенца, давай, я ловлю. Ам. Нет. Тебя запомнить? Изи. Ой, я забыл. Так, так, сюда, сюда. Что за бредятина? Что за дурдом? Это. Окей. Мы справились. И скример. Без скримера? Ладно. Так, теперь мы в какой-то странной пещере. Идем куда-то, идем под загрузочной сцены просто идет у нас. Долго.
Как говорится, если смотреться в тьму, то тьма будет всматриваться в тебя. Я должен это без ошибок сделать. Что за друзья? Попробую попасть, да? А ну, манать это нужно наводить. Хотя бы не по времени, да? Как же это долго. Что за бред? Ну почему он срезает? А представьте, если это играть в эту игру, играть в окошке. Что же рехнуться можно? Я сейчас сгорю. Я сейчас просто сгорю. Мне нужно просто сюда заехать, и сюда, и сюда. Все. Нет, ты что? Как же это так не работает? Сейчас же позорит. Ох, у меня уже горит. Мне кажется, я просто сейчас кнопку сломаю. А не хочет сюда заезжать. А, так я мог не держать. Тогда упрощает дело. Но все равно непонятно, почему она там не проезжает.
Сейчас откинуть комментарий, то я это сделал сразу, с первого раза. Ну, конечно, я это смотрел, как оно делается, а не делал сам. Хорошо, есть тут другой вариант. Может, сюда он не может заехать, ладно. Отсюда вот так, сделать круг и сюда. Давайте попробуем. А если мне нужно это все зарисовать кровью? Хотя нет, мне, скорее всего, нужно до этого постанного кружочка доехать и все. Походу, когда я неправильно заезжаю, оно отменяет. Нет, тут все-таки видите тупик. Стоит так и тут минуту. Да нет, правильно. Меня сейчас заставляет на паузу просто ставить и херячить это. А не хочет рожать. А давайте другие варианты еще смотреть. Да пиздец. Как? Почему он сбрасывает? Я не понимаю. Короче, смотрите. Оно уже просто сбрасывает. Я даже не могу тройку эту обвести сразу. Короче, здесь нужно сюда, вниз. Сюда. Все, он сбрасывает. Вот мне нужно сюда, сюда, сюда. Сбрасывает. Мне нужно круг сделать сюда и вниз. Пиздец, это емно. Наконец-то, блядь, я сделал эту херню. Пипец! Ой, вообще посрать, у меня сейчас жопа горит от этой двери. Вот этот говорит. Два раза этого. Угу.
Давай, в лицо. Я испугался. Ануит. Я думал ад. Хот. Нет. Хил. Хэ. Е. Хил. Хот хил. Сэм. Давайте, ладно. А. Н нету, Н нету, А нету, И, Т, С, С, Е, П, Т, И, С. Есть вариант, как убирать одинаковые буквы. Значит, А. Н нет. У. Ага. Понятно. Давай сейв. Сейв ми. Спаси май. Я не шарю. Тут у нету. ЛЛ. Короче, если верить, там будет получаться так. Б. Все. Я не знаю почему. Значит, еще. Там вот такой вот ответ. Ну это Иисус. Полетел. Давай, бля. Это влияет на концовку? Давай левую. Мы очнулись там, где были, в этом лесу. Так, вы выжили, you escape, ваше задание Torme again, путешествие в аду, all tasks horrible nightmares, all все horrible, ужасно, и монстры креативные, но только в ваших воспоминаниях. Но ваше что-то там. Могу я там продолжить, где остановился? А, давайте я быстренько туда пробегу и продолжим. Чё-то я, знаете, забыл, что тут дверь начинается. Сейчас на двери буду мучиться. Может, там плохая концовка была, если бы мы правую руку взяли. Ну, левая-то, считайте, да? Если от лица того, кто вытягивал нам руки. Ладно, с дверью я справился довольно шустренько. Так, окей, и снова у нас руки. Давайте на этот раз правую возьмем. Ну, то есть левую. Это все призраки, которые, в принципе, в игре, да, были?
Пойди, да. Девочка, мальчик, бабушка, то свинья или что-то. Так, бесконечная дамтейшная, или постоянный кошмар, в последний вот you late, but nothing called you have warned you for what you found out, но вы не смогли вернуться обратно, now теперь spirits, призраки и dark ходят во тьме, you unidle tortuga ago and the pain will forget and you upon you. Короче, это плохая концовка. Ну, правильно. Я взял правый. Поэтому как-то так. Так, вам понимаете, фигня в том, что и один портал, и второй портал, они одного цвета. Ну, хорошо то, что я сразу пришел на хорошую концовку. Поэтому, ребят, что можно вообще сказать о игре? А если так смотреть, то довольно игра... сложно. Есть, да, убогий момент, это с дверью момент и с вратами. Я не знаю, что там на вратах было написано, хер его знает. Может, нужно было просто убирать, так сказать, эти лишние буквы, но я говорю уже, У не было. Хотя мне, может быть, нужно было отмечать те буквы, которые именно нету в надписи, но есть на этом. Нужно будет проверить потом, как-нибудь, когда-то. Если же отмечать еще элементы игры, то это дохера кликать в одну точку. Но это тоже довольно себе такое себе занятие, не очень веселое. Поэтому, ребят, как-то так. Давайте мы с вами на этом закончим, потому что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.